Более 2000 школьных выставок продаж организовано в Беларуси. 25 школьных базаров в одном только Минске предлагают учебные принадлежности на любой вкус и цвет. Многодетным семьям в универмагах столицы предоставляется 10% скидка. Для удобства покупателей в некоторых магазинах оформлены уголки для первоклашек. 19 и 20 августа у Дворца спорта пройдет общегородская ярмарка «Пора в школу». Для девочек сейчас на рынке можно найти более 275 моделей одежды, для мальчиков 230. Ну а наш корреспондент Юлия Бешанова решила проверить, в какую же сумму обойдется комплект всего необходимого для школьника. Кусаются ли цены? В пока еще пустых школьных коридорах отчетливо пахнет свежей краской, а со стен по-прежнему серьезно глядят классики мировой литературы. Будущие первоклассники предвкушают новую школьную жизнь. Очень волнующее время для ребенка, а для родителей – период невероятной паники. Но если оставшийся месяц использовать по максимуму, 1 сентября станет настоящим праздником. За что тебя будем покупать? А? Школьные вещи. Валерия без пяти минут ученица. Позади детсадовский выпускной, впереди 11 лет школьной жизни. Сегодня день волнительный и ответственный. Самое время собрать портфель и прикупить обновки для школьной жизни. Тетрадку, пенал, рюкзак, фломастеры. Фломастеры. А какой пенал ты хочешь? Пони. Наша цель – собрать Леру в школу быстро и без стресса. Учебники, тетради, одежда и большое количество неочевидных расходов делают август самым катастрофичным для семейного бюджета месяцем. Первая остановка в отделе канцтоваров. Идти сюда без списка – дело бесполезное. У первоклашки глаза разбегаются. Я пока посмотрю в люки. Если покупать по отдельности, за тонкие перышки и те самые тетрадки, в которых предстоит буквы разные писать, придется оставить около 30 рублей. Набором этот же комплект стоит около 25. Но тут уже полагаемся на вкус производителя. Тетради тут, допустим, щеночки. 12 листиков. Тяжело приходится не только родителям, но и детям. И здесь уже в буквальном смысле. Полностью собранный рюкзак первоклассника будет весить не меньше 4 килограммов. Чтобы облегчить ученическую ношу, портфель должен быть качественным и легким. Для бюджета такой потянет в среднем на 65 рублей. Карандашики положишь? Лезут. Да. Первый лет лезет. С тобой. Второй тоже влезет. Лезет все? И мягкая влезет. Теперь дело за малым, но очень ответственным. Найти правильную форму. Лера выбирает наряд вместе с мамой. Точнее, два. На смену. Требования стандартные. Удобно, качественно, нарядно. Цветовая гамма костюмов деловая. Черный, синий, серый. Рубашки, говорят продавцы, берут чаще всего одну белую и 2-3 цветных. Голубую, серую, бежевую. За день мамы школьников только в одном магазине раскупают по 300-400 сорочек. Зато ценовой разброс сегодня большой. Костюм или сарафан с двумя блузками можно купить за 110 рублей. Примерно столько же обойдется и форма для мальчика. Ну как? Нормально. Спасибо. Ну смотри, тут шпаргалки тебе пригодятся, кармашки для конфеток. Мам! Что? Ну все, хватит шутить. Время рассчитываться и подсчитывать расходы. Канцтовары в среднем 30 рублей, форма и обувь 180. Приплюсую спортивные костюмы, кеды, рюкзак. Итого чуть больше 380 рублей. Конечная сумма зависит от возможностей родителей и может стремиться к бесконечности. Современные родители нередко оказываются напуганы предстоящей школой еще с тех пор, когда их ребенок под стол пешком ходил. Ведь от детей требуют невероятных знаний. Писать, считать, читать, знать иностранные языки, желательно несколько. Большинство родителей уверены, готовность к школе – это и есть умение писать и читать. На самом деле, в один голос уверяют эксперты, это совсем не так. Дети, по сути, должны прийти сюда уже учиться, а не прийти уже наученными. Если у ребенка есть желание, да, с ним нужно заниматься. Специально, если у него нет такого желания, то специально этого делать не надо. Не надо у него отбивать охоту к учебе. Большая самая проблема в начальной школе – это, конечно, слабая мелкая моторика руки. Вот чертить, рисовать, заштриховывать. Вот это, конечно, с ребенком необходимо делать. В последние летние дни лепите, рисуйте, играйте в настольные игры. В общем, настройте малыша на то, что учеба – это сложный, но интересный труд. И как можно больше рассказывайте о собственном позитивном школьном опыте. Пример родителей, уверяют психологи, вдохновляет. Наши дети воспринимают школу как необитаемый остров, о котором когда-то что-то рассказали. Если есть такая возможность, сводите ребенка на экскурсию в школу. Покажите класс. Можно показать свои школьные фотографии, рассказать о своих школьных друзьях. Предложить нарисовать школу.
Пока будущие первоклассники резвятся на школьном дворе, молодая мама не скрывает волнения. Сама педагог, она точно знает, с какими трудностями придется столкнуться любимому чаду. Конечно, я переживаю о том, как моя дочка будет справляться со всеми сложностями школьной программы. Я переживаю о том, как она будет вливаться в детский коллектив. Я считаю, что самое главное условие успешного обучения – это участие обоих родителей в учебном процессе. Чтобы адаптация в школе прошла на ура, психологи советуют соблюдать всего несколько простых правил. Классическая рекомендация. По мере приближения школы каждый день будить и укладывать ребенка на 15 минут раньше. Ну и последний штрих в школьном букете – цветочная композиция. Сегодня посчитать ее стоимость невозможно. Как правило, перед праздником цены на цветы ползут вверх, так что здесь все будет зависеть исключительно от вашей фантазии. К школе готовы. Ученикам осталось лишь запастись желанием грызть гранит науки, а родителям – терпением и уверенностью. У вашего первоклассника все обязательно получится. Ну и стальными нервами, конечно. На неделе в первый раз в первый класс собирались Юлия Бешанова, Тамер Малак и Антон Филанович.